Более 40 медалей и кубков привезли первоуральские спортсмены со всероссийских соревнований. В Верхней Пышме состоялись чемпионаты первенства страны по смешанным единоборствам. В них приняли участие бойцы из 5 регионов. Лучшие спортсмены регионов, перворазрядники, кандидаты, мастера, международники. Вот, они смогли показать уровень высокий, и это очень здорово. Как раз таки еще добавлю, что данное мероприятие у нас являлось отборочным на Кубок мира. И призеры этого мероприятия, первоуральские спортсмены, получают право участия в Кубке мира. Первоуральскую команду представили 20 спортсменов в возрасте от 4 до 14 лет. Их соперниками стали сильнейшие бойцы из Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новосибирской областей, а также Пермского края. Всего порядка 350 участников. Соревнования проходили по борьбе в кимоно и без кимоно, в защите, по смешанным видам и ударным дисциплинам без борьбы. В каждой из этих категорий воспитанники Первоуральского клуба одержали уверенную победу или заняли призовые места и внесли существенный вклад в копилку сборной Свердловской области, ставшей победителем чемпионата и первенства среди регионов. В числе отличившихся первоуральцев 12-летняя Мария Гребенюк, завоевавшая 2 награды, и 10-летний Александр Дерябин, в его арсенале 3 золотые медали в 3 дисциплинах. Конечно, помогло мне победить. Это в первую очередь родители, что свозили меня на эти соревнования. Это тренера, которые меня тренировали. И мне помогло победить то, что я выполнял. Те задачи тренера, которые он мне давал, я его слушал.